электричные дорогие начинают. Jai Radha Madhava Jaya Kunjabi Hari Jai Radha Madhava Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunjabi Hari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Giri Varadhari Jaya Gopi Janavalabha Yasodhanandana Vrajajana Ranjana Yasodhanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Chiravana Chari Yamunachiravanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Giri Varadhari Yasoda Nandana Braja Janaranjana Yamunachiravanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Шиши Нитай Гуру Чандра Ки, Джай, Шрила Прабхупада Ки, Джай, Нитай Гуру Премананде, Риво. Да, всем слышно. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Сегодня прочитаем текст с первой песни 11 главы, номер 36.
Удама Бхава Пишу Намала Вакухаса. Удама Бхава Пишу Намала Вакухаса. Удама Бхава Пишу Намала Вакухаса. Вридава Лока Нихато Мадахо Пиясам. Вридава Лока Нихато Мадану Пиясам. Самутья Чапам Аджахат Прамадо Тамаста. Самутья Чапам Аджахат Прамадо Тамаста. Ясьендриям Виматхитум Гухахар на Шекух. Ясьендриям Вимахитум Гухахар на Шекух. Кто хочет, пожалуйста, можно прочитать. Удама Бхава Пишу Намала Валгухаса. Удама Бхава Пишу Мала Валгухаса. Вридава Лока Нихато Мадана Пиясам. Вридава Лока Нихато Мадана Пиясам. Самухья Чапам Аджахат Прамодатамаста. Самухья Чапам Аджахат Прамодатамасча. Ясендриям Вимадхитум Кухакайр Нашекуху. Ясендриям Вимадхитум Кухакайр Нашекуху. Удама Бхава Пишу Намала Валгухаса. Удама Бхава Пишу Намала Валгухаса. Вридава Лока Нихато Мадана Пиясам. Вридава Лока Нихато Мадана Пиясам. Самухья Чапам Аджахат Прамадо Тамаста. Самухья Чапам Аджахат Прамадо Тамаста. Ясендриям Вимадхитум Кухакайр Нашекух. Ясьендриям Вимахитум Кухакайр Нашекух. Удама Бхава Пишу Намала Валгухаса. Вридава Лока Нихато Мадана Пиясам. Самухья Чапам Аджахат Прамадо Тамаста. Ясьендриям Вимадхитум Кухакайр Нашекух. Перевод. Удама. Очень печальное. Бхава. Выражение. Пишуна. Волнующее. Амала. Безупречная. Валгухаса. Прекрасная улыбка. Врида. Уголками глаз. Авалока. Глядя. Нихатах. Побеждали. Маданах. Купидон. Или Амадана, обладающий великим терпением Шива. Апи. Также я сам, чьи, самухья, будучи побежден, чапам, лук, аджахат, отбросил, прамада, сводящая с ума женщина, уттамага, в высшей степени, та, все, ясья, чьи, Индриям, чувство, Вимахитум, беспокоить, Кухакайх, магическими уловками, на, никогда, Шекух, был способен. Художественный перевод его божественной милости Шрилы Прабхупады. Прекрасные улыбки цариц и взгляды, которые они бросали украдкой, были чисты и волнующие. Они были способны покорить самого Купидона, заставив его в отчаянии бросить свой лук, и даже стойкий Шива мог пасть их жертвой. И все же, невзирая на их волшебные чары и привлекательность,
они не могли взволновать чувства Господа. Комментарий. Путь спасения, то есть путь возвращения к Богу, строго запрещает общение с женщинами. И вся система санатана дхармы или варнашрама дхармы запрещает или ограничивает общение с женщинами. Как же тогда можно признавать верховной личностью Бога того, кто привязан более чем к 16 тысячам жен? Этот уместный вопрос вполне может возникнуть у любознательных людей, действительно стремящихся постичь трансцендентную природу Верховного Господа. И чтобы ответить на подобные вопросы, мудрецы Наймишарани в этом и последующих стихах обсудили трансцендентные качества Господа. Из этого следует, что те женщины своей привлекательностью могли сразить Купидона или даже самого стойкого из стойких, Господа Шиву, но не могли завладеть чувствами Господа. Занятие Купидона – возбуждать материальное вожделение. Возбужденная стрелой Купидона вся Вселенная приходит в движение. Деятельность мира вертится вокруг влечения друг к другу мужчины и женщины. Мужчина ищет супругу, отвечающую его вкусам, а женщина ищет себе подходящего мужчину. Это является побудительной причиной в любой деятельности. И как только мужчина соединяется с женщиной, половые отношения сразу же накрепко замыкают материальные оковы на живом существе. В результате привязанности и мужчины, и женщины к родному дому, родине, потомству, обществу, дружбе или накоплению богатства образуется ложное поле деятельности, и таким образом проявляется ложное, но не ослабевающее влечение к исполненному страданию бренному материальному существованию. Поэтому тем, кто следует путем спасения и хочет вернуться домой, обратно к Богу, все писания особенно советуют избавиться от этого непременного атрибута материальной привязанности. А это возможно только в общении с преданными Господом, которых называют махатмами. Купидон пускает в живое существо свои стрелы, заставляя его сходить с ума по противоположному полу, независимо от того, действительно ли прекрасна другая сторона. Проделки Купидона не прекращаются даже в обществах, члены которых подобны животным и выглядят отвратительно с точки зрения цивилизованных народов. Таким образом, влияние Купидона распространяется даже на самые отвратительные формы жизни, не говоря уже о прекрасных и совершенных. Господь Шива, считающийся самым стойким, тоже был сражен его стрелой и безумно влюбился в воплощение Господа Махини, признав себя побежденным. Однако сам Купидон был пленен сдержанным и волнующим поведением богинь процветания и в отчаянии бросил лук и стрелы. Так прекрасны и привлекательны были жены Господа Кришны. И все же они не могли взволновать трансцендентные чувства. Это объясняется тем, что Господь всесовершенный Атмарама, самодостаточный. Для своего личного удовлетворения ему не требуется никакая посторонняя помощь. Следовательно, царицы не могли удовлетворить Господа своей женской привлекательностью, но они удовлетворили его своей искренней любовью и служением. Они могли удовлетворить Господа только беспримесным трансцендентным любовным служением. И Господь в ответ на это был рад обращаться с ними, как со своими женами. Таким образом, довольный лишь их беспримесным служением, Господь отвечал на него, как верный муж. Другой причины для того, чтобы становиться мужем стольких женщин, у него не было. Он муж всех, но тем, кто признает его таковым, он отвечает взаимностью. Эту беспримесную любовь к Господу нельзя сравнивать с мирским вожделением. Она полностью трансцендентна. И сдержанность, которую чисто по-женски демонстрировали царицы, тоже была трансцендентной, поскольку их чувства были проявлением трансцендентного экстаза. В предыдущем стихе уже говорилось, что Господь казался обычным мужем, но в действительности его отношения со своими женами были трансцендентными, чистыми и необусловленными гунами материальной природы. Омагьян Демирандасья Янаджина Шалакая Чакшура Милита Тасьма Шригаравельмаха Шричитани Манобиштама Стапитам Янабутали Своям Рупададам Махьям Дати Сваппададчикам Ванчикал патруп пешти, агрипа синхуби эйвача. Гатита нам павани бьё, вешна бьё, наман маха. Джая Шри Кришна Читания, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васани Гауру Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Дорогие вайшнавы, просьба к вам благословить вашего слугу, которого здесь сейчас находится, на то, чтобы он мог
действовать, рассказывая этот стих правильным методом, удовлетворить лотосные стопы Господа и удовлетворить вас, дорогие вайшнавы, чтобы не отклонялся от этого пути. Итак, что мне сразу бросилось в глаза из этого стиха, это то, что Господь всесовершенен, Его не могут поколебать никакие чувства, у Него нет материальных чувств. И также у преданного тоже нет материальных чувств. То есть даже величайшие преданные не застрахованы от ошибок, но при этом они помнят о Господе. Как, например, здесь вот Господь Шива приводится, что Он потерял разум при виде Махини Мурти. Но сама история, как мы помним, начинается с того, что Господь Шива пришел в обитель Господа Вишну, чтобы поприветствовать его, и внутри у него было такое желание увидеть Господа в форме обаятельной женщины, которая сразила всех демонов во время раздачи нектара. После того, как океан вспахтали, появился нектар, и демоны его забрали себе. В итоге нужно было определенным образом у них его забрать, они просто так не хотели его отдавать. И Господь помог полубогам, в результате чего он явил свою, ну, такую могущественную форму, которая свела просто с ума всех демонов, и они отдали этот нектар. Господь Шива, вспоминая эту лилу, лично захотел увидеть Господа Кришну вот в такой форме. И когда на полянке, где он сидел со своей супругой и с другими женщинами, вдруг где-то вдали появился какой-то образ девушки, которая играла в мяч, он постепенно привлекся, и представьте себе, забыл обо всем, обо всех и вся, кто сидел и просто побежал за ней. То есть даже его чувства подвластны, да, вот какой-то, ну, определенной, так сказать, иллюзии. В то же время, как Господь, который в окружении 16 тысяч жен находился, не был подвластен этому. Тому свидетельствует та известная история, которую мы знаем, которая дала славу Господу, как Мадана Мохан, победитель Купидона. Как-то раз во Вриндаване, когда Кришна танцевал танец раса с гопи, там появился бог любви Кандарпа. И увидев эту картину, он подумал, что-то неладное. Кришна слишком безразличен к гопи. То есть гопи, конечно, к нему не безразличен, но Кришна как-то он отрешен, хотя и находится в окружении противоположного пола. И он подумал, ну, дай-ка я выпущу в него свою цветочную стрелу, посмотрим, что будет. Спрятавшись за баняновым деревом, он пытался прицелиться, отслеживал Господа, вот, ловил его взглядом, но Господь так быстро вращался, что сделать это было весьма непросто. То гопи его закрывало, то какие-то листья. Так он и не смог это сделать, но вот, заглядевшись на все это мероприятие, он потерял сознание, пал, так сказать, жертвой стрел Кришны, потому что, ну, Кришна тоже выпустил в него свою стрелу. И Кришну теперь мы называем Мадана Махан. Есть во Вриндаване такой храм очень красивый, где стоит божество Мадана Махана. А Шримати Радхарани, его вечная спутница, Мадана Махана Махини, победительница победителя Купидона. Как же так? Да, не могут Господа тронуть никакие чувства, никакие влияния, но тем не менее при виде Шримати Радхарани, играя на флейте, он тоже как, ну, вот как Купидон, не знаю, сравнивать его можно ли или нельзя вот с Богом любви, но так или иначе он падает, флейта у него выпадает из рук. И далее, когда он приходит в чувство,
Он продолжает играть на флейте, только самой флейты нет, он через некоторое время понимает. Великие святые обращаются к нему с такой молитвой, чтобы этот Господь, который играет на невидимой флейте, флейте, которая лежит в пыли Вриндавана, чтобы этот Господь и этот звук всегда оставались в моем сердце. Да, материальная жизнь – это, конечно, не то, что мы видим во Вриндаване. Материальная жизнь полна желаний. Желания – это эти другой природы, они покрыты вожделением, то есть лишь отражением той любви, которая свойственна жителям духовного мира. И эти желания мы хотим как-то удовлетворить. Обычно, особенно в Кали-Югу, это делается с помощью гуны страсти. Это такой механизм, такое реле, который позволяет нам осуществить эти желания. Но Кришна дает возможность использовать это. Мы обуздываем гуну страсти, скачем на ней какое-то время. Но что дальше происходит? Она нас сбрасывает. Обычно происходит так, что сбрасывает в гуну невежества. И желание почета, славы, жадность, вожделение, они только увеличиваются. Таким образом, в шастре говорится, что это неправильный метод, но Шримад Бхагаватам дает с точки зрения материального наслаждения чувств более правильный метод. Это тот, которым пользуются полубоги. Они удовлетворяют желания с помощью гуны благости, то есть то, что можно сделать на райских планетах, то не разрешается делать на земле. То есть они наслаждаются совсем по-другому, более правильно. Но потом, в любом случае, метод этот несовершенен, и наслаждение чувств когда-то подходит к концу, живое существо опять падает в гуны страсти, невежество, и дальше начинается этот круговорот. Живое существо таким образом сравнивается просто с ребенком, который, играя на качелях, то поднимается до Брахмалоки, то опускается до Тапалоки. Вот так, пытаясь удовлетворить свои чувства, да. Но в конце концов приходит некое отчаяние, у человека возникает другого сорта вожделение, желание освободиться от всего этого бренного мира, покончить с вот этими бесконечными побуждениями чувств, с беспокойствами. Покоя души хочется. И это называется мокша-кама. Есть обычная кама. Вот та, которая кама, кротха, лобха, моха, мада, мацари. Вот один из врагов. Но здесь такое ответвление, здесь желание. Здесь уже более такое, ну, расширенное вожделение, более такое разумное. То есть стремление к освобождению. Соединяется и желание освобождения, и одновременно с тем вот такое сильное желание вожделения. Ну, ясно, что это еще не конечный вариант, да, удовлетворения живого существа. Кстати говоря, вот в западноевропейских странах, высокоразвитых странах, не так-то легко проповедовать сознание Кришны. Там как раз люди приходят вот к пониманию личности Бога через эту мокша-каму. То есть говорится, что люди, которые пытались покончить жизнь самоубийством, у них это не получилось, они уже понимают, что все, больше идти некуда, пойдемте к кришнаитам. Представляете, вот такой у них путь извилистый, не такой простой. Но, тем не менее, постепенно, начиная практиковать сознание Кришны, такие люди превращают Кришну из средства в цель, и тогда они уже добиваются результата, правильно? Потому что Шрила Прабхупада нам дал прекрасный метод и прекрасную цель познать Господа с помощью повторения святых имен Бога. Давайте попробуем повторить их от чистого сердца. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе.
Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Еще в понятие преданное служение входит служение шастрам. Мы собираемся по утрам, совершаем такую аскезу, совершаем ягью, приходим сюда из другого конца города, возможно, и обсуждаем Бхагаватам. Мы также служим вайшнавам, стараемся что-то для них сделать. Мы также сострадательны к другим душам, которые еще находятся в непроявленном виде, они тоже преданные. Но чтобы действительно прийти к правильному, к пониманию личности Бога как личности, преодолеть нужно вот такое абстрактное, интеллектуальное понимание Бога, которое в конце концов ведет нас лишь к пустоте. Если считать, что Бог — это все, Бог вмещает в себя все энергии, и Бог, Он такой могущественный, постепенно вот так вот округляя его, округляя, округляя, мы приходим к тому, что Он является ничем. Вот. Есть такой путь, мы знаем, когда Бога ищет, так сказать, в пустоте, да, но в природе не существует ничего такого, где бы не было живых существ, где бы не было чего-то, да, то есть, ну, без такой вот санитарной пустоты просто не существует. Один человек, профессор, говорит: мне нравится буддизм, но вот эти благочестивые три принципа буддизма я не до конца понимаю. Точнее, первые два, с ними я согласен, а вот с третьим у меня проблемы. Его спросят: ну хорошо, в чем же проблема? Ну давайте я перечислю. Первый — то, что мир полон страданий. Ну, с этим я согласен. А второе — то, что человек страдает из-за того, что у него есть множество желаний. Ну, да. И третье, что надо избавиться от страданий путем уничтожения желаний. А вот тут-то я не согласен. И действительно, этот человек, который рассуждает таким образом, он больше похож на преданного, да? Который не пытается уничтожить желание на корню просто ради того, чтобы избавиться от страданий. Это как раз вот был этап, который мы называем мокшакама. Или в шастрах говорится, что это метод механического обуздания ума с помощью йоги. Это считается рабочим методом, в отличие от других, которые тоже перечисляются в шастрах, но не дают результата. Например, вот, может быть, слышали про яшчита, такой метод. Он очень популярен сегодня. Используется, когда человек получает индульгенцию, освобождение от грехов. То есть человек приходит в определенное место, где ему прощаются грехи, и он, в принципе, свободен. Далее может идти на все четыре стороны, но при этом он уже внутри, каждый раз приходя в одно и то же место, в одно и то же время, обуславливается тем, что, ну, раз я приду в следующий раз, значит, я могу, в принципе, делать все, что захочу. И для него этот путь становится слишком тернистым, то есть постепенно он перестает работать, да, в отличие от тех, кто искренне следует определенным принципам, раскаивается в своих грехах, которые он совершает, потому что, как я уже сказал, никто не застрахован от ошибок. Ну или вот пользуется методами йоги, где человек словно черепаха втягивает свои чувства вовнутрь. Как это происходит? Это болезненный процесс. Это называется пратьяхара. Если в самом начале йоги, аштанга-йоги, о которой Кришна рассказывает в 6 главе Бхагавад-гиты, Дьяна-йоги, человек просто, ну, с желанием стать человеком, так сказать, цивилизованным, следует определенным ограничениям, принципам, яма-не-яма, как 10 заповедей, их тоже там 5 и там 5. Постепенно приходя к тому, что он оздоравливает свое тело. На первых этапах ему достаточно получить здоровье, вот он занимается асанами. Потом он успокаивает ум с помощью пранаямы. И вот далее, чтобы двигаться в сторону медитации, чтобы двигаться в сторону самадхи, ему нужно отвести чувство от объектов чувств. Мы тоже можем использовать этот метод,
сознании Кришны. Йоговский метод, он авторитетен весьма. Потому что, когда мы повторяем джапу, мы все время о чем-то думаем. Мысли уходят направо, налево, ум тян-тяла, он неподвижен, он подвижный, и нужно его постоянно возвращать. Вот как черепаха, да, втягивает чувства. Но сам по себе, если брать его в чистом виде, как мы понимаем, это достаточно трудоемкий процесс, который, может быть, и не получится использовать в полной мере вот сейчас, да, потому что мы уже вкусили запретный плод желаний, то есть мы уже погрузились вот в эту империю наслаждений в Кали-юге, да. Каждый из нас живет в городе Санкт-Петербурге, а не где-то в лесу, не где-то в Гималаях. Поэтому нужен действенный метод, более действенный, мощный такой, да. То есть мы задействуем чувство служения Господа. Об этом я расскажу еще. К этому вернемся. Дело в том, что счастье и наслаждение в целом понятия не совсем тождественны в материальном мире. Человек может иметь все. По карме ему пришло наследство, он купил себе Мерседес, квартиру на Рублевке. Ну и фактически его окружает множество поклонников. Но вместо того, чтобы наслаждаться и быть счастливым, он лишь пытается это сделать, но счастья нет. Точно так же, как можно купить кровать, но нельзя купить сон. Да? Дружба не покупается за деньги. Люди хотят наслаждаться беззаботно, но не получается. Они лишь навлекают на себя страдания. Что же является причиной этих страданий, говорит Кришна в Бхагавадгите. Он называет это вожделением, злейшим врагом. Махашана звучит на санскрите вожделение. Это отраженная любовь из духовного мира. Что бы ни дали вожделение, оно все время хочет кушать. Оно все съедает, и ему мало все равно. Такой признак. А вы знаете, почему вожделение злейший враг? Вот есть у него одна хитрость, которую он использует в общении со своим объектом, или, так сказать, со своим хозяином, скорее так. Вот, как знаете, такой, может, не очень яркий, красочный пример для вас будет, как паразиты в кишечнике. Им выгодно, чтобы их хозяин продолжал жить, то есть они его не уничтожают, они просто паразиты, они живут за счет него, да? Вот как вы думаете, что для вожделения является вот таким вот хитрым методом? Оно же хочет жить, да, так сказать. А что оно делает для того, чтобы выживать, чтобы его на корню не уничтожили? Каким образом оно хитрит? Больше. Да, больше. И что при этом оно говорит? Еще. И что оно при этом говорит? Надо. Да, тебе это надо. То есть оно фактически обманывает. Оно выдает себя за друга. Оно говорит: дорогой мой, насладись, тебе станет хорошо. Оно не говорит, что будет дальше. Что, объезжая эту гуну страсти, человек в итоге, знаете, как на диком мустанге, и оказывается где-нибудь в луже в какой-нибудь с переломанными костями. Утверждение, оно может быть только в гуне страсти или в разных гунах? Ну, как я сказал, есть вариант такой, что его можно удовлетворять разными способами, да? То есть материальные желания, вожделение в гуне благости, это когда мы сначала испытываем какие-то страдания, мы такие, а потом уже пошло наслаждение непосредственно, да? Но это именно гуна, это не чистая благость, не шудха-сатва. То есть это гуна, ну, благости с примесями, страсти и невежества. Все равно вот это желание, оно исходит из страсти. Таким образом, мы должны понять, что избавиться от вожделения самостоятельно, путем своих усилий, как штангист поднимает штангу, один на один со штангой, один на один с вожделением, мы не выдержим. Пупок развяжется. Наша задача — предаться полностью Кришне. Господь очень милостив, Он принимает то, что мы Ему даем от чистого сердца. Мы ему что-то даем, а он ничего не берет. Он нам все возвращает и говорит: это просад.
И мы такие, о, Харибол. То есть вот так сосредотачивая свои чувства, отдавая ему все, получая просад, постепенно мы одухотворяем свои чувства. Почему так происходит? Почему мы одухотворяем чувства, при том, что мы все Господу отдаем? Как можно сказать другими словами? Да, да, мы одухотворяем, потому что мы служим фактически чувствам Господа, да? Это духовный процесс, правильно? То есть мы постепенно таким образом переносим свое сознание в Него, да? Мы пропитываем свой ум, разум, свои чувства духовными вещами. Мы не можем сказать, что в материальном мире нету вот такого счастья, ну, как такового. То есть мы не можем сказать, что материальный мир – это иллюзия. Иначе мы обломаемся. Мы через какое-то время почувствуем здесь все-таки какой-то элемент счастья, какую-то тень, и будем к этому не готовы. Мы скажем, ой, нас обманули, как же так? Позор, здесь же есть счастье. Но просто здесь есть крупички счастья. Душа, она не сможет удовлетвориться этим счастьем. Потому что она искорка сварупа-шакти Господа. Она обладает вот это сат-титананда. Да? Она, у нее есть качество сат. Ей просто так вот, ее не подкормишь там какими-то крошечками, как в пустыне человек, получив каплю воды, не будет удовлетворен. И также душа. Хотя счастье как таковое какое-то есть, да, фактически, элемент счастья. Ну да, действительно, иллюзия. Это какой-то мираж в пустыне, фактически. То есть человек, вот такое второсортное счастье, принимая за вечное, неприходящее, находится, как мы сказали, в иллюзии. Но его задача – прийти в контакт с энергиями Господа. Когда мы поем киртан, мы приходим в контакт с энергиями Господа. Понятно, что нужно делать это в правильном настроении, сосредоточившись полностью. Это требует от нас определенных усилий. Но когда все правила выполнены по максимуму, мы сидим в этом прекрасном месте в вайшнавской одежде с тилакой, в обществе вайшнавов, воспеваем святое имя, слушаем внимательно, поем. Это действительно одухотворяет наши чувства. И гуны отступают, и время останавливается, и вечность какая-то. Или во время общения с вайшнавами, с друзьями. У нас же есть друзья вайшнавы? Вот так себе искренне признаться, есть ли они на самом деле? Хорошо бы, если бы они были, потому что это то, что действительно нас держит в сознании Кришны на определенных этапах. Во время вот таких взлетов и падений, во время падений, Гана Тарала, пока у нас вера неустойчива, нас будет периодически бросать, но в любой момент мы можем позвонить своему другу и сказать, что я в беде, что-то джапа как-то невнимательно начала повторяться. В общем, бить в набат, и друзья, те, кто вместе с нами в одной упряжке, в одной лодке, так сказать, сидит и переплывает океан материального существования. Они не просто из чувства сострадания, а, ну, как бы, ну да, из-за этого, из чувства сострадания тоже, ну и просто из-за того, что, ну, они же наши друзья, они нам помогут на самом деле. А вот как можно, допустим, у нас по большей части сердце-то закрыто, вот, и когда что-то случается, ну, тяжело как бы сказать, ну, так-то, так-то, что-то случилось. Согласен. Давайте тогда посмотрим на примере. Знание, оно высвечивает тьму. Например, возьмем какое-нибудь семечко. Если мы его положим на солнце, на подоконник, на яркий свет, то будет один эффект. А если мы его положим в темное место, во влажную почву, будет другой эффект. Понимаете, на что я намекаю? То есть тогда эта семечка прорастет. Так? Если у нас появились какие-то сомнения, если вожделение одолевает изнутри, то либо мы его кладем во влажную почву, в темное место,
и оно пускает корни. Эти сорняки, они постепенно вырастают, уничтожают лиану бхакти. Либо мы говорим вот так и так. Для этого у нас должен быть кто? Наставник, да? Но иногда, не всегда даже наставник, а скорее друзья. Потому что, как известно, на духовном пути в основном нужно общаться с друзьями. Это 60% времени, да? Друзьям мы можем полностью раскрывать сердце. Они точно такие же, как мы. У них такие же проблемы. Они нас прекрасно понимают. Вот старшему преданному не всегда можно раскрыть сердце. Как вы говорите, действительно, из каких-то, может быть, мотивов. Нет, не хочу его отвлекать, у него слишком мало времени. Вообще не хочу, чтобы он знал, что я такой. Ну, мало ли что вообще, он думает обо мне, а я на самом деле не такой. А с младшими тоже не получится, потому что, в конце концов, это может помешать их духовной жизни. Они тоже думают, что я такой, а я не такой. Мы должны заботиться о младших, а не эксплуатировать их уши, подвиснув там со своими проблемами. То есть вот общение с равными, да? Хорошо, если это общение есть. Мы же все посещаем группы духовного общения, какие-то намахаты, бхактиврикши. И как раз вот там мы и находим, да, знакомимся. На программе тоже мы знакомимся, но здесь все настолько расписано по времени, что едва-едва успеваешь сказать «харибол» во время того, как прыгаешь в экстазе. А обняться там уже времени нет. Ну, иногда за просадом можно посидеть, остаться. После просада здесь, как мы знаем, классный киртан. Такой, да, вообще, изысканный. Можно послужить святому имени. Согласен. Сарву Патхи Винир Муктам Татпаратвена Нирмалам Хришикина Хришикиша Цеванам Бхактир Учьяте. Кришна – это источник всех чувств, они исходят из него. И бхакти означает вовлечь чувство в служение, служению Господу. Ибо результат этого является одухотворение материальных чувств. Это стих из Бхактирасамрита Сидха, он также в Читанчаритамрите приводится. Здесь говорится о том, что мы должны избавиться, во-первых, от материальных обозначений с Вопатхи Винир Мукта. Иллюстрирует это высказывание пример, когда к Шриле Прабхупаде подошли Матаджи, обеспокоены тем, что Прабху сказали Матаджи не смогут так хорошо развиваться в сознании Кришны, как они. То есть, они решили прояснить этот вопрос у Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупада ответил утвердительно. Но потом Шрила Прабхупада объяснил им, что если вы отождествляете себя со своим телом, с матаджи, да, то, естественно, вам будет сложно. Обусловленность некая есть. У Прабху больше свободы. Для Прабху, в принципе, что нужно для быта? Да ничего, он одни и те же носки может носить там 1,5-2 года, в принципе. Зашивать там дырочки или не зашивать там в носках. А для матаджи это неприемлемо. То есть, если человек избавится от этих ложных отождествлений, я и мое, то у него будет гораздо больше шансов. Точнее, у него появится шанс, если он полностью объят вот этими отождествлениями, то, извините, духовный путь, это не совсем для него. Татпаратвена Нирмалам. Существует два принципа. Один – это тат, Бхагаван, другой – это там, джива. Постепенно наш баджан, наше воспевание святого имени мы должны сделать реальностью такой, что это будет единственная реальность. То есть постепенно медитировать все больше и больше на внимательное, чистое повторение святого имени. И тогда сердце наше будет очищаться, и мы сможем занять его в служении Господа. Вы еще хотели сказать? Должны быть такими же отвлеченными, как Прабху, и вообще не задействовать свою женскую природу в служении. Это же не значит? Ну, конечно, не значит. То есть,
комфортно надо себя вести. Другого мне жизни не стало. Конечно. Ну, нам дан прекрасный метод, когда мы можем все задействовать в служении Кришне. Все, да? Вообще все. Когда Шрила Прабхупада ходил по Лувру, и там были обнаженные женщины, и саньяси, которые шли вместе с ним, прятались, чтобы не смотреть на них. Шрила Прабхупада шел с гордо поднятой головой, как всегда, и говорил, что я всех их бы занял в преданном служении. О том, что действительно отречение, оно не совсем для всех, и даже не для всех прабуджиков отречение подходит, потому что есть разные ашрамы. Для одних, для брахмачари ашрама, это естественно, для грехастха ашрама, это естественно, но не настолько. То есть Шрила Прабхупада нам дал брахмачари ашрам и грехастха брахмачари ашрам. Видите, брахмачари повторяется и там, и там. Как можно объяснить а такое высказывание Шрила Прабхупады, как, казалось бы, противоречие. Все матаджи должны выйти замуж, а Прабху остаться брахмачарями. Так объяснить, что Прабху должны остаться брахмачарями. То есть это не значит, что в грехастхашаме есть некая поблажка для наслаждения чувств. Иначе это превратится в грехометха. Уже не ашрам, я не знаю, как это называется. Просто грехометх. Грехометх. А ашрам — это прибежище. И поэтому внешне, неважно, человек отречен или не очень. Главное, чтобы внутри была привязанность, очень сильная привязанность, которая одухотворяет все это, и отреченность, и, скажем так, какое-то пышное как бы внешнее одухотворение чувств. Вы помните одного из спутников Господа Чайтаньи, ближайшего соратника его секретаря, как его звали, вот, который, приехав в Майпур, возвышенный очень вайшнав, он окружил себя роскошью, вокруг него были женщины, которые омахивали его, и как? Я вот не помню его имени, вылетел. Но суть в том, что вокруг него все вот было, как, знаете, в доме у миллионера. То есть настолько большое обилие вот этих чувственных объектов. Там даже беятель был, и музыка какая-то играла прекрасная, и танцовщицы, в общем, все-все-все. Да. Но когда он услышал нектар из Шримад-Бхагаватам, там была такая шлока: «Господь, ты настолько милостивый, ты милостивый ко всем, но почему же эта милость не доходит до меня? Даже ты настолько милостив, что позволил этой ведьме Путане стать твоей матерью, кормилицей в духовном мире. Но почему же эта милость обошла меня?» Вот это услышав шлоку, он просто впал в состояние экстаза, транса и проявил все признаки. Да? Хотя изначально внешне казалось, что это преданный. Преданный должен быть отречен. Нет, не обязательно. Преданность характеризуется тем, что есть внутри. И действительно, матаджи может надевать прекрасные сари для Господа, танцевать, украшать свое тело для мужа и так далее. Грехастха ашраме есть хорошая действительно поблажка и защита тем, что человек выбирает себе одну женщину, не выбирает себе матаджи, мы так не можем сказать, потому что выбирает себе женщину на самом деле. Матаджи — это мама. Мы не можем сказать, что он выбирает себе сестру. Нет, женщину. Вот. Но он выбирает одну, то есть он уже не смотрит на других женщин. И в этом уже заключается, с одной стороны, аскеза, но и с другой стороны, правильность этого пути. Как Господь Рамачандра проявил, да, подобный пример, что он был настолько прекрасен, что другие женщины тоже пытались как-то к нему подойти, но он не подпускал их к себе. У него была одна, он был верен Сите. А можно,
попробую добавить. Как Веданта Крит сказал, что на самом деле природа души – это не отречение. Отречение – это не природа души. Природа души – привязанность. Просто нужно трансформировать эту привязанность, привязавшись к Кришне, материальные привязанности потом отпускают. Вот хорошо, мы понимаем этот механизм. Осталось его воплотить. Спасибо. Да, Господа называют... Ну, давайте, у нас будет интерактивная лекция. Слушаю вас. Насчет того, что вы сказали о примитиве, да? Вот недавно такая была цитата из лекции Бхактивинода Госвами. Короче, то, что он говорит, что на самом деле все должны понимать, что в женщине главная природа – это материнская. Это бесконечная любви и жертвование, да, собой. И даже муж, он должен понимать, что главное, нужно относиться даже к жене, вот с этого понятия уважения к ней, как должно быть, как к матери, к той, которая дает жизнь, жертвует собой, своим временем, своей жизнью, там, исподначально своей энергией бесконечной, всегда любит, да, вот, и это вот правильная точка зрения, правильное понимание, потому что иначе, так как женщина относится к категории, ну, так, кем наслаждаются, да, женская форма, там, женское тело, все это, женская природа. Поэтому есть большая опасность впасть именно в это, то есть начать эксплуатировать женщин. Если мы не видим в ней природу матери, природу жертвенности и любви, да, ко всему миру и ко всем живым существам, то мы будем ее эксплуатировать на тонком плане. Либо как сестру, либо как дочь, да, дочь тоже можно эксплуатировать, сестру тоже можно эксплуатировать. Вот, и таким образом не будет счастья. Это ваше объяснение, ответ тем, кто критикует вайшнавов, говоря, что вредных искон, говоря, что вот они всех называют матаджами, вчера это была матаджа, а сегодня это его супруга. Действительно, тонкое объяснение заключается в том, что человек все равно относится с уважением, как матери, да. Иначе действительно его перекроет вожделение, если он будет относиться чисто как к объекту своих, ну, чувств для наслаждения, как прокрити, да, какой-то. Так вот, Господь, Он Хришикеша, хозяин чувств. Он владелец всех чувств, да, они из Него исходят. И мы все свои чувства... Мы должны задействовать их в служении Господа. Прекрасный тому пример Амбариша Махараджа. Он все задействовал. Он стал асом в 9 методах преданного служения, как мы знаем. Он свое осязание задействовал, свои руки задействовал в поклонении божествам. Он прикасался к чистым преданным, раздавал просад. Обоняние он использовал для того, чтобы вдыхать аромат туласи, листиков, предложенных стопом лотосным Господом. Язык он использовал для вкушения просада. Своими стопами он обходил святые места, совершал парикрамы. И в целом все желания он задействовал для того, чтобы удовлетворить преданных. И также он был специалистом в 9 методах преданного служения. Помните, какие? Начинается все со слушания, шраванам. Как? Киртаном. Нет, киртаном вторая. Киртаном – это воспевание, это самое, считается, главное, да? Смаранам. Как на русском? Памятование. Какой? Падасанам. Служение вот с топом. Следующее. Арчинам. Арчинам. Арчинам – это как раз то, о чем мы говорили. Это вот задействовать свои чувства в служении, да? Следующее. Ванданам. Вознесение молитв. Дасьям. Друг. Цакхин. Друг. Дасьям. Слуга. И полное предание атманеведанам. Есть один герой из Шримад Бхагаватам, который практиковал метод атманеведанам. Как его зовут?
Амбариша Махараджа. Он задействовал все 9 методов. И еще один есть. Бали Махарадж. Помните Бали Махарадж? Он полностью предался, Господь ему наступил на голову в конечном склоне. Сказал, что можешь поставить свою ступу мне на голову. Но человек подвержен в юдха-викалпе, метанием ума. Он иногда может, наш брат преданный, может подумать, а не заняться-ка ли ко мне всеми 9 методами сразу? Как думаете, это возможно? Да, на определенной стадии, на стадии любви Амбариша Махараджа. Считается, что последние 3 ступенечки, 3 метода, это уже Рагануга Бхакти, спонтанное преданное служение. Дасин, да? Сакхима Атманиведана. Наша задача освоить основные Шраванам, Киртанам. И уже потом мы будем ходить с памятованием о Господе. Можно вот момент спросить? Здесь получается Господь чувствует все, что чувствуем мы? Все, что... Ну, если так подумать, что он находится в сердце и... Все же чувства ему принадлежат. Да, и он санкционирует все вообще, как сферу душа. Он знает обо всем, значит, он также и чувствует определенным образом. Да? Можно еще вопросы задать, раз у нас пошло в таком ключе? Хари Кришна. По поводу счастья, по поводу ананды, да, то есть она у нас в какой степени проявлена в данный момент сейчас? Счастье. Ну, ананда, да. В какой степени? Я думаю, вначале. Иначе бы мы тут не сидели, а подпрыгивали до потолка вместе с божествами. Дело в том, что мы видим божества, не знаю, может быть, кто-то видит, как они танцуют. Ну, вот прямо двигаются в экстазе. Кто-то видит? Я тоже пока не вижу. А вот если бы у нас перекрывалось ощущение счастья, мы бы видели. Ну, мы сможем когда-нибудь увидеть. Тогда вот это будет счастье, у нас зальет наше сердце. До какой-то стадии, да, то есть это может доходить, и, ну, то есть какова планка вообще вот этой ананды? Ну, как мы знаем, все вертится вокруг секса в материальном мире, то есть это самое сильное из того, что есть. Но в конечном итоге люди занимаются этим для того, чтобы достичь кульминационного момента, и он длится весьма недолго. У меня есть такая история, что одна проститутка подошла мудрецу и спросила, ну вот ты занимаешься всеми этими аскезами, а для чего тебе это надо? Он говорит, ну вообще-то я счастлив, я наслаждаюсь. Он говорит, ну как наслаждаюсь? Вот же наслаждение. Он говорит, ну хорошо, ну сколько ты по времени получишь этого наслаждения за год, посчитай. Она посчитала. Ну, какое-то время, да? Вот, он говорит, ну хорошо. А теперь представь, что я все время нахожусь в таком состоянии. Она себе представила, конечно. Просто выпала. Для нее это было умопомрачительно. Вот. Но духовное блаженство, оно, конечно, выходит за эти рамки, и в конечном итоге оно доходит до того, что это тело не выдерживает, оно взрывается. Вот как Господь Чайтанья тоже демонстрировал высшее блаженство. Да, и тело у него превращалось то в медузу, то растягивалось, то втягивалось. Как рыбак, выловивший его из океана, сказал вайшнавам: вы кого-то тут ищете? Вот я вот какое-то существо поймал, медузообразное, это не его случайно. Но как-то так, ну это все с трудом можно понять, конечно, с трудом представить, насколько это может быть сильное наслаждение. И Господь очень интересно поступает, он же все время заботится о преданных, он усиливает это наслаждение. Например, когда он танцевал с гопи ночью во Вриндаване, был такой элемент, что гопи возгордились. И он оставил их. Я остался с одной Шримати Радхарани. Но в определенный момент Шримати Радхарани тоже немножко загордилась. И даже ее он тоже оставил. И вот в этот момент они-то и поняли, что, ну, в разлуке, да, что как им не хватает Кришны. И их любовь, она умножилась. И так любовь все время умножается. Фактически, вот даже возьмем наших родственников, когда мы куда-то уезжаем в командировку, отдыхаем без них,
мы как бы чувствуем гораздо сильнее, да, к ним привязанность, и что нам их не хватает, вот это чувство, оно усиливается. То есть, получается, не теряем мы, она как в перспективе. То есть, ну, в духовном мире, то есть, оно имеет такое свойство все нарастающее. Здесь оно как-то, ну, все равно какие-то рамки ограничены. Я думаю, это можно сравнить с гуной, опять же, страсти. Гуна невежества – это то, что было раньше, то, что в прошлом. Я думаю о том, что было, и я как бы счастлив. А в гуне страсти я думаю о том, что будет. Меня манят какие-то желания, мне кто-то что-то обещает. Я прельщаюсь этим, и я вот уже мечтаю об этом. Но это все еще не наступило, это лишь в будущем. А счастье во мне как бы какое-то есть, оно как-то умножается при мыслях об этом. Но счастье духовного мира – это настоящее. Это вот действительно то, что сейчас увеличивается в каждый момент, оно становится больше и больше. Вечно. Вечно, да. Говорится, там нету времени, да, там вот есть этот настоящий момент, который растягивается. Ну, то есть, по сути, Ананда мы сейчас пока еще не имеем. Ну, вот как бы это, ну, очень сложно. Не утвердились на этой платформе еще. Да, потому что что-то нас еще держит. Тут какие-то иллюзии, они мешают. Ну, вот эти желания наслаждаться без Кришны, они же нас заводят в тупик фактически. И они-то и препятствуют утверждению в Ананде. Так как без Кришны невозможно быть счастливым. Удовлетворяя свои чувства, невозможно быть счастливым. Только удовлетворяя чувства Кришны, можно стать счастливым. Но если мы сделаем это своим баджаном, осознанным 24 часа в сутки, знаете, да, есть киртан 24 часа в сутки, он сейчас в Майпуре, во Вриндаване тоже. Вот можно попробовать съездить в Святую Дхаму и на 24 часа в сутки погрузиться в Святую Дхаму. Это будет настоящим баджаном. Мы тогда приблизимся к Ананде. Получается, мечтание – это иллюзия, то, когда мы о чем-то мечтаем? Это будущее получается или нет? Нет. Опять же, о чем мы мечтаем? Если мы размышляем, ну, мечтаем, размышляем о Господе, то это становится… Это уже выходит, да, из рамок понимания, ну, из рамок времени. Да, времени, из рамок гуны страсти, потому что помните, как Брахман, у которого не было ничего, но он мечтал о том, как он накормит Господа сладким рисом. И он в уме готовил его, потом подсластил, потом он проверил, насколько тот приемлем для того, чтобы его предложить, потому что горячий тоже не предложишь Господу. И он окунул туда палец и обжегся. И он вышел из этого состояния, потому что обжегся. Посмотрел, и действительно он обжегся. То есть здесь это демонстрируется, что его мечта, она стала реальностью. Но это была духовная мечта, духовная реальность. Почему человек, свои чувства не может быть счастлив? Что? Ну, присыщение наступает, и снова потом… Можно разноображивать. А вот, например, какой-нибудь, приведите пример. Почему, вот, допустим, делая то-то, то-то, человек не может быть счастлив? На примере будет легче, наверное, понять. Ну, как человек может удовлетворять свои чувства? Ну, можем, например, взять пирожное или мороженое. Ну, это присыщение, понятно, это можно разноображивать. Ну, можно сегодня одно мороженое, завтра другое, и так менять постоянно. Ну, для сладкоежек, да. Ну, в конце концов, когда зубы заболят. Да, за каждое наслаждение в этом мире идет, потому что платить надо. Здесь все очень, очень, очень. Хочется нового, а нового нету. Повторения вкуса. Вот как раз уже жевание жеванного. То есть уже мороженое пробовал, не хочу. Это пробовал, не хочу. Повторение идет. Повторение вкуса. А для ума это вот как раз каторга. Жвачка. На то, что это… В чем вы говорите про то, что это не природа как бы души, материальные наслаждения? Материальное – это значит оторванное от Кришны, оторванное от вечности, да? Да. Материальное… Душа – это духовное?
Иногда мы просто думаем, что материальное — это что-то такое аморфное, ну, это что-то такое непроявленное, непонятно что вообще. А материальное — это вот физгармония, вот книга материальная. Да, но это не совсем так. Все вот это может быть духовным, да, в зависимости, как мы к этому относимся. Потому что все это энергия Господа. Но мы пограничная энергия, мы либо одухотворяемся, либо материализуемся. Да. Материализуемся, потому что мы понимаем, что я это тело, и у него столько потребностей, всех надо удовлетворить. И тогда я стану счастливым. А одухотворяемся, когда мы понимаем, что сколько бы я ни удовлетворял вот это тело, оно не удовлетворится, в конце концов скончается где-нибудь, неизвестно где. Но стратегически, планируя свою жизнь, человек понимает, единственным шансом для моего спасения, это когда я буду оставлять тело в этот момент, желательно, чтобы вокруг были преданные, чтобы у меня на рту, во рту лежал листик тулоси. Вот тогда есть очень большой шанс, что я вернусь обратно к Богу, что меня не постигнет та же участь, снова рождаться в этом теле, снова эти страдания, желания. Тогда мне нужно оставаться в обществе преданных до конца, потому что я не могу вдруг включить сознание Кришны. Очень мало шансов. История, наверное, которую вы все знаете, произошла однажды в Гауранге. Там сидел человек, который случайно зашел и задал такой вопрос лектору. Зачем мне всю жизнь помнить о Кришне? Зачем мне повторять это имя? Когда я могу просто в момент смерти как бы включиться, допустим, напоминалочку себе поставить какую-то и, скажем так, вернуться. Но выйдя с Гауранги, он подскользнулся, зима была на дворе, и ударился головой, это могло быть последнее падение, в принципе, да. И в этот момент он вскрикнул, не так, как вскрикнул мусульманин, помните, который пошел в туалет, и сзади был вепрь, который ждал, пока тот сходит в туалет, значит, и не дождался, разбежался и вонзил в него свои клыки. И тот крикнул «Харам!» Это, ну как «Харам», да, это «Черт побери», по-моему, что ли? Это по-мусульмански. Но «Харам» — это созвучно с «Хари», да? Ну, то есть он выкрикнул имя Бога и вернулся. А тот, нет, тот по-русски крикнул. И, собственно, понимаете, да, кто бы его куда забрал после этого. Так что больше шансов, конечно, если все-таки всю жизнь заниматься преданным служением. Но есть еще бонус. Человек, который занимается преданным служением, он, ему уже не надо ждать момент оставления тела. Он тут же, он уже входит в эту ананду, прямо в этом теле. Одухотворяется тело и, воспевая святые имена, фактически он тут же и переносится в духовный мир, а воспевает он их постоянно. То есть он постоянно пребывает в духовном мире, ему уже, ну, по сути, не страшно, да. Он может... Говорится, что нужно в святом месте оставить тело, но он может проповедуя оставить тело, и он вернется, Господь очень милостив, он его заберет. Ну а так, конечно, идеальный случай, это если вот человек лежит, и сверх душа в сердце, говоря другим, что настал момент, направляет их к нему, и они встают вокруг него, обступают его и поют Хари Кришне. И тогда человек, он уже просто ничего, кроме Хари Кришны, не видит, не слышит, и его все чувства сосредотачиваются, да? На Хришикеше. И он вот оставляет тело под звуки киртана. Это хороший результат многолетней практики, когда человек не просто пришел в сознание Кришны, не просто вдохновился, начал повторять 16 кругов, следовать принципу, а именно продолжать сложнее, правда? Продолжать эту гуну благости, поддерживать в себе сознание Кришны. Это гораздо круче, нежели чем просто из энтузиазма, побуждения, вдохновившись кем-то, каким-то примером, просто начать действовать. Так что наша задача продолжать. Учиться. У нас образовательное общество ИСККОН не только кулинарное, как многие думают, у нас есть даже хорошее образование. Одна из самых возвышенных философий, которую нужно научиться применять на практике. Как свой сон сделать служение Кришне? Сон? Ну, сон – это, конечно, нечто неосознанное, согласитесь, сложно, да? 24 часа асимптота, то есть 24 часа нужно служить Кришне. Скажем так, ну,
только возвышенные вайшнавы, скажем так, могут заниматься только воспеванием, скажем так. Но не все такие. Но все-таки стремиться 24 часа надо. А одна из частей – это сон. Как я могу вот пример привести. У нас есть хорошая и плохая карма. Внутри, да? Благодаря тому, что мы совершали хорошие или неблагочестивые поступки. И карма эта куда-то должна исчезнуть. Ее надо как-то выпарить, да? Так сказать. Иначе мы, ну, допустим, даже мы здесь настрадаемся, отработаем всю плохую карму. Конечно, это невозможно, но все равно, даже если представить, у нас останется хорошее, и нам захочется, как захочется понаслаждаться, когда звезды встанут определенным образом. Что-то же надо с этим делать, чтобы предостеречь себя. Так вот, можно отработать ее во сне. Говорится, что преданные отрабатывают хорошую и плохую карму во сне, да? То есть так можно задействовать сон, по сути. Сновидение или как? Ну, не знаю, как этот механизм работает. А вообще, да, вот мне хочется сказать, что если перед сном мы читаем Бхагавад-гиту, утром встав мы читаем Шримад-Бхагаватам, а вечером Бхагавад-гиту, то наше сознание, оно не выгружается никуда, ни в какое невежество. То есть не сон, не сам сон, а настройка на сон, это будет сопротивление. Я думаю, да. А я еще только что поняла, я вначале пробую, знаете, что я, для чего я сплю? Для того, чтобы мое тело, ну, отдыхало, это обусловленность тела, да? А для чего мне нужно, чтобы тело отдыхало, чтобы оно потом работало, служило Кришне, правильно? Мне кажется, утренний ранний подъем, это тоже можно коснуться. Слушайте, у нас уже проявляется духовный разум, чувствуете? Ребов. 4 часа встать, это нужно действительно вдохновиться, правда? Не просто так. Встал, это тоже служение. Вадим, хотел сказать. Если шрам совершать, например, спишь, а рядом кетан играет, или там, не знаю, даже лес, все равно душа же услышит все это, да? Тело отдыхает, пока, в принципе, спит. Можно? Но это индивидуально, правда? Нет. Это индивидуально. Надо отследить. Если это мешает, то не получится. То надо настроиться правильно, и оно уже будет внутри звучать. А если не беспокоит, то можно сделать так, чтобы оно все время. Ну да, и это нас застрахует от того, что, не дай бог, мы тело во сне оставим. Мы под киртан его оставим или под лекцию какую-то вайшнаву. Я знаю, что преданные тоже так делают. Вы пробовали? Постоянно? Вот я думаю, вы вдохновите многих из здесь присутствующих задействовать сон в преданном служении таким образом, действенный метод. А можно немного спекуляции? Если это будет в рамках философии Шрилы Прабхупады, сознания Кришны. Просто насчет сна. Просто считается, что сон – это невежество, да? Но вот есть же такие моменты, когда мы можем проснуться во сне, и он будет осознанным. То есть, некоторые преданные говорят, но это будет осознанное невежество. Вот, как вот этот момент? То есть мы же можем там памятовать опять же о Кришне в такие моменты. Мы когда проснулись там во сне, можем думать о нем были там что-нибудь. Да, и между прочим, многие озарения приходят во сне. Господь использует сон для того, чтобы дать преданному какой-то знак, да? Потому что, например, если духовного учителя уже нет на этой планете, он может прийти во сне. И преданный, он, понимая, что сон все-таки относится к категории невежества, он не сразу воспринимает это как такой знак. Мне приснился Гуру Махарадж и сказал, прими саньясу, все, иду получать данду. Но если это повторяется из раза в раз, если Гуру Махарадж настойчив, то преданный все-таки берет пракиданду в конечном итоге. Так Бхактисиддханта Сарасвати получил наставление проповедовать от своего Гуру Махараджа, знаете, да, историю. И многие вообще открытия происходят во сне. Ну, согласитесь, сон – это такая штука очень интересная. Хоть и невежественная. Невежественная, потому что человек лежит, ну, понимаете, да, в каком состоянии. У него, может быть, там внешне, да, как-то язык вывалился или еще что-то. В общем, олицетворение невежества, да, действительно. Но смотря с чем вообще работает тонкое тело, потому что у тонкого тела тоже какое-то должно быть внутреннее топливо. Если человек действительно погружен в Бхагаватам, то какой там сон? Он просто лег вздремнуть, тело, да, там отключилось, но сам он весь остался в Бхагаватам, никуда не делся. А вот еще такой вопрос. Меня очень давно волнует, и как-то вот ответы, как сказать, такие, ну, шуточные, что ли, были. Как раз насчет осознанных сновидений. Можно же, есть такие практики, они уже, в принципе, известные достаточно.
Вот, и там люди просто встречаются во сне и как бы общаются, то есть живые люди, которые знают друг друга вот, в обычной жизни. То есть, вот, почему вообще, в принципе, считается нежелательным какие-то, грубо говоря, использование ситха для служения, то есть как-то ну, делать какие-нибудь аскезы, чтобы получить ситху и чтобы потом ее использовать в служении? Ну, я могу сказать, мне так кажется, что... Чтобы вообще получить какую-то ситху, нужно прям настолько серьезно на этом сосредотачиваться. И мы будем сосредотачиваться не над тем, чем нужно. То есть, чтобы действительно в себе развить какую-то способность. Да, само по себе оторванную от Кришны. Например, нам хочется чему-то научиться. Ну, например, не знаю, вот овладеть физгармонией. Ну, мы можем киртаны петь. Но если мы будем там что-то другое петь, то в конечном итоге это сожрет все наше время. И мы, как люди взрослые, многие семейные, просто не смогут практиковать сознание Кришны, потому что ограничены возможности. Так что вот эту штуку, сон, да, достаточно проблематично действительно вот взять, так вот и задействовать в служении Кришны. Мы назвали какие-то элементы, да, но это вот такие косвенные элементы, а прямого пути задействовано нет. Ну, уменьшать количество сна искусственно тоже бессмысленно, да. Ну, вот в старости, говорится, человек меньше спит, по идее, ему меньше нужно. Но если у нас активный образ жизни, мы физически трудимся или испытываем много стресса, значит, надо высыпаться, безусловно. Не надо просто смотреть, сколько нам нужно для этого времени. И главное, просто вставать по будильнику. Я думаю, у всех же это получается. Ну, те, кто на работу ходит, без проблем. А те, кто домохозяйничают, могут просто взять определенный обед, вставать по будильнику и следовать ему. Вот как раз сейчас месяц Пурушоттам. Можно взять обед, вставать по будильнику и просить благословения вайшнава. Таким образом, утро будет начинаться очень хорошо, бодренько, без разлеживаний. И сон не будет, по крайней мере, являться препятствием преданному служению. Ну что ж, дорогие вайшнавы, на этом я предлагаю закруглиться. Спасибо вам огромное за общение. Грандарад Шримад Бхагаватам Ки, Шрила Прабхупада Ки.